22 августа в Ангарске пройдет велопробег, посвященный Дню государственного флага. Старт участников намечен на 3 часа дня от площадки перед ДК «Современник». Далее колонна двинется по улице Социалистической, Ленинградскому проспекту, захватит улицы Горького, Карла Маркса, Чайковского и Коминтерна. Финишируют участники у Городского музея Победы. Администрация Ангарска приглашает всех жителей нашего города поучаствовать в праздничном веломарафоне. Уважаемые жители города Ангарска, 22 августа в 15 часов от Дворца культуры «Современник» стартует акция, посвященная Дню российского флага. Мы приглашаем всех желающих на велосипедах принять участие и поддержать данную акцию.